4 марта, рыболовный клуб «Братовщина». Вот такой суточный улов у Екатерины и Алексея. 17 хвостов. Екатерина, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот сегодня у вас, смотрю, улов замечательный. Были исходы у вас, и поклевки было много. Екатерина, может, если не секрет, что-то несколько слов, где, на что преимущественно? Работала в центре водоема на резину, а после запуска убежала вся к сетке, и так до вечера у сетки работала. С утра у дна, к вечеру стала гнать повыше. А на актив поклевки были, Катерина? На запуске актив хорошо работал, было много прищипов, много подбивов. Ну и в течение дня, в общем, были прищипы на актив, но реализовать не удалось. А на запуске поймали 5 штучек актив. Ну, вы много бегали, переставлялись, да, трудились. Да, много-много холостых, очень много холостых. Побегать пришлось знак. Ну, рыба любит настойчивых, трудолюбивых. И вот такой улов – это как вознаграждение за ваш труд. Все, спасибо огромное. Спасибо вам. Приезжайте к нам еще, мы всегда рады вас видеть. До свидания.